Тундук облегчит оказание электронных услуг в Кыргызской республике. США, Эстония и Кыргызская республика объединили свои ресурсы для разработки сердца этого электронного государства – решения межведомственного взаимодействия под названием «Тундук». Кыргызская система межведомственного взаимодействия представляет собой набор соглашений и руководящих положений, направленных на обеспечение предоставления услуг государственным органам, предпринимателям и гражданам. Инфраструктура межведомственного взаимодействия представляет собой совокупность IT-систем, которые поддерживают взаимодействие в сфере предоставления государственных услуг и поддерживают предоставление государственных услуг чиновникам, гражданам и предпринимателям. В ходе сотрудничества были разработаны следующие бета-версии решений межведомственного взаимодействия. Решение межведомственного взаимодействия «Тундук» для обмена данными – стандартизированный интегрированный портал услуг MISP, каталог решений межведомственного взаимодействия. Как Тундук принесет пользу стране? Он сведет различные национальные базы данных и информационные системы в безопасное единое целое, способствуя бесперебойному и защищенному предоставлению электронных услуг для всех. Тундук имеет четыре особенности, которые делают его идеальной виртуальной экосистемой для использования в Кыргызской республике. Тундук — это полностью распределенная и гибкая система обмена данными. Тундук легко внедрить. Государственные учреждения не должны менять свои существующие системы, IT-платформы и бизнес-процессы. Тундук экономит деньги. Применение стандартизированных интерфейсов обеспечивает резкое сокращение расходов на обмен данными. Тундук прост в использовании. Все коммуникации основываются на веб-услугах и, следовательно, могут легко использоваться всеми разработчиками. Единый доступ ко всем остальным организациям. Безопасная публикация и управление услугами требует минимальных усилий от владельца данных. Автоматизированное генерирование пользовательского интерфейса электронных услуг сокращает объем утомительного кодирования. Тундук — система обмена данными сверхвысокой безопасности, функционирование которой не может быть прервано кибератаками. Давайте более внимательно рассмотрим причины, почему Тундук безопасен с точки зрения дизайна. Тундук — децентрализованное, постоянно доступное и надежное решение. Вследствие распределенной структуры проблема в одном компоненте не повлияет на другие соединения. Тундук гарантирует целостность. Все участвующие в обмене данные подписаны с использованием электронно-цифровой подписи. Вот почему они не могут быть изменены третьими лицами. Тундук гарантирует конфиденциальность. Третьи лица не могут внедриться в зашифрованный онлайн обмена данными. Тундук гарантирует неопровержение. Отправители и получатели данных не могут опровергнуть их отправку или получение, поскольку все действия по обмену данными регистрируются. Используя Тундук, Кыргызская республика может разрабатывать новые электронные услуги, каждая из которых черпает данные из различных баз данных и объединяет эти данные в одно удобное решение. Запустим электронное управление в Кыргызской республике. Тундук реализован Эстонской академией e-управления, Центром электронного управления правительства Кыргызской республики и Actors. Данное видео стало возможным благодаря поддержке американского народа через агентство США по международному развитию USAID и при поддержке правительства Эстонии. Академия e-управления Эстонии и Центр электронного управления правительства Кыргызской республики несут ответственность за содержание публикации, которая не обязательно отражает позицию USAID или правительства США.